Привет, друзья! С вами снова я, Иван Фабро, и хочу сегодня показать в работе, как и обещал, станочек распечатывающий от Веслия Юрия Михайловича. Я этот станок ему заказывал, просил, чтобы он мне сделал под меня, так как у меня рамки без разделителя Гофмана, и как бы не каждый станок сюда подходит. В этом станку я его показывал в видео, кому интересно, за этот станок будет в подсказках в правом верхнем углу. Ну и сейчас у нас идет откачка меда, в принципе, мы уже сделали откачку. А сейчас я отобрал с нуклеуса в рамке с медовой и решил вам показать. Помощников нету, как бы, потому что когда мы откачивали мед, то один стоит человек на станке, второй да, распечатывает рамки. Этот станок в работе показал себя хорошо, есть минусы. Минусы, они и предполагались изначально. Что это за минусы? Это не раздутость рамки. Когда рамка, у нас забрус не выходит за брусок, то есть рамка тонкая, тогда этот станок бессилен. Он ничего не может сделать, потому что ножи не могут срезать забрус, который ниже, то есть не оттянута рамка. То тогда идет работу нож Веслия. У меня их он несколько. В принципе, доволен и хочу показать, как он работает. Для этого станка нужны раздутые рамки, что не у всех они всегда бывают, и не вся пластика, что все 100% рамки раздутые. Но большое количество он распечатывает. Для этого я ставлю корпус не 10 рамок, а 9, тогда пчелки растягивают, особенно это на подсолнухе, то проблем нет. Ну, хочу вам продемонстрировать рамочки. Это рамочки у меня с нуклеусов, которые я отбирал, показывал. Все это вставляется. Есть нюансы в плане того, что рамочки должны быть без, не пропеллером, потому что есть, когда рамочки кривая, естественно, ножи, клины впираются в рамки и так дальше. Ну, а принцип работы прост. Берем примерно вот так. Вот в данный момент у меня рамочка впирается, и вот так она распечатывается. Тут, как видите, распечаталась она с двух сторон, ровненько, все хорошо. Есть вот маленькая совсем со всей рамки, есть вот кусочек недораспечатанный. Я его дораспечатаю, подправлю где надо, вот тут где у нас оттянуто, отрежу воск, который у нас идет по бруску. Ну, в принципе, все как обычно. То есть не без того, где-то какой-то пятачок, который остается, можно дораспечатать. Ну, это когда идет откачка меда, есть люди, которые стоят на распечатке, то в принципе нормально. Примерно вот так все делается. То есть, ну, вот, в данный момент, смотрите, с этой стороны все распечаталось, есть кусочек вот небольшой. Я его подрезаю, где меньше. Ну, что самое, как бы, хорошо, то, что, ну, я не знаю, практически вся рамка распечатана, а вот в этой рамке у нас не распечатался впадина в рамке. Впадина в рамочке. Ну, я ее сейчас быстренько дораспечатаю. Все. Вот рамка с одной стороны гладенькая, ровненькая. Очень хорошо. Понятно, что я сам, когда несколько человек, один стоит на станочке, второй дораспечатывает это все. Ух ты! Попала рамка от моя. Кстати, с разделителем Гофмана попалась рамка. Это, я не знаю, старые еще рамочки. Ну, распечатала. Чуть-чуть он занула.
Ну, мед горячий и на улице очень жарко. Руки в меду, все в меду. Плохо, когда с помощниками, смотрите, то что оно, опа. То есть получилось у нас с одной стороны, ну, в принципе, с двух сторон установки распечатал. Берем следующие рамки и едем дальше. Едем дальше. Можно помедленнее, наверное, чтоб не за. Покажу на рамке, как оно распечатало. С этой стороны. Вот. Видно вам вот здесь пятачок, здесь. С этой стороны полностью все распечатало. То есть одна сторона раз. И вторая сторона, тут такие участочки небольшие, которые мы вот так дораспечатываем. Что я вам скажу? Станком доволен, в принципе, я на такую его работу и рассчитывал. Именно на такую, потому что понятно, что все рамки не могут быть раздутые, все рамочки. И для всех рамок он 100% не подходит. Ну, для какую-то часть рамок, какую-то часть работы он как бы берет на себя. Вот, опять же, понятно, что практически каждую рамку надо дорабатывать. Это время, многие скажут, что это никуда не годное. Ну, в наших условиях, так как у нас в Украине, по сути, нету нормального инвентаря. Здесь вот так распечатала. По распечатке рамок, то ну, на данном этапе я считаю, что это неплохое приспособление, которое все равно облегчает труд. То есть тратится меньше времени на обрезку. Так. Вот рамочка свеженькая. Тоже видно, что она со впадинами. Вставляем ее в пазики, прижимаем с центриками и опускаем. Есть такое. Ну вот, то, что было больше бруска, оно срезало. Вот, видите? Ну, доволен. Работой доволен, даже вот сам сейчас никого нету. Я потихонечку могу распечатать, никуда не спеша, эти свои нуклеусы. В принципе, машина, станок неплохой. Работать с ним можно. Что мы и делаем. Мы работаем. Так что хочу сказать спасибо Гуслию Юрию Михайловичу за то, что он сделал мне этот станочек. В принципе, есть маленькие нюансы, с чем надо работать. Вот это, например, поставить пружинки или противовес, который, чтобы после того, как я распечатал рамку, чтобы ножи поднимались вверх. Вот. Рамки очень и молодые, и свежий горячий мед. Ножи заминают моёхонько. Надо подрезать. Ну, ничего, нормально. Все, рамочка готовая. Ну, еще тут несколько рамок у меня. Вот, покажу вам, как. Вот то, что я говорил, чтобы они поднимались, потому что я забываю поднимать вверх. Закрываем и опускаем.
Есть такое дело. Вот что у нас получилось. С этой стороны у нас рамка распечатана полностью. Мы только подкорректируем тут что-нибудь. Ну а с этой, конечно, чуть-чуть больше надо дорабатывать ножом. Ну, повторюсь, я и рассчитывал на такую работу, так как понятно, что на пасеке просто невозможно иметь рамочки, которые будут 100% оттянуты выше бруска. То есть это надо распечатывающую машину заводскую, которая для нас, ну для меня в данный момент не посильно приобрести, которая типа финская линия, которая будет ножи углубляться так, как надо. В гусле, Юрий Михайлович, есть станок, конечно, там с вибрирующими ножами. Так. Ну, в принципе, вот последний покажу вам. Где-то торс нож. Я его не закрепил. Вот в данный момент то, что я и говорил. Рамочка ровненькая, но где-то там нужно вперся. Вот так она распечатает. В принципе, распечатала она с двух сторон. Режем снизу. В принципе, когда идет откачка меда, помощников много, и этот процесс идет побыстрее и более как бы так. Ну ладно, последнюю рамочку, которая у нас тут стояла в корпусе, отпечатаем. Вот это последнее. Ну, как-то рамки-то есть еще распечатать. Вот видите, с этой стороны чуть-чуть он как бы занул соты. Но соты реально очень горячие, на улице очень жарко. И получается, есть чуть-чуть заминание. Ну, в принципе, могу показать вот поближе. Распечатает она ровненько. Ну, вот есть такое, вот маленькие соты как бы замнуло. Ну, нормально, меня устраивает такая работа станка, все нормально. В принципе, друзья, вот так работает станочек. Очень доволен. Можно, конечно, поиграться в плане там ножов, еще подвести поближе к бруску. Ну, я оставил там еще по миллиметру или по два от бруска, потому что рамочки еще как бы все равно разнобой рамок, и где-то бывает впирается в брусок. Ну, в принципе, доволен. Все, друзья, после Юрию Михайловичу и кооперативу ПАВИК огромное спасибо за станок. Он рабочий, работает так, как и предполагалось его, ожидалось в работе. Так что все нормально. Спасибо большое, спасибо вам, зрители, что посмотрели это видео. Спасибо за лайки, спасибо за дизлайки, за то, что подписались на мой канал, кто еще не подписан. Ну и всего хорошего. С вами был Иван Фабро. До новых встреч. Пока.